Они привыкли ждать, надеяться и верить. А уж холодная погода и вовсе не преграда для осуществления задуманного. Жены и матери участников СВО решили поддержать своих воинов и организовали акцию ко Дню России «Заплыв на САПах». Организатором водной прогулки стал Комитет семей воинов Отечества Самарской области. Екатерина, член комитета, рассказывает, давно увлекается этим видом спорта. Ее идею поддержали в комитете. Я решила наших дорогих жен военнослужащих тоже сюда же подтянуть, пригласить их разделить эту увлекательную прогулку. И несмотря на погоду, да, конечно, наши ряды опустели немножко, но все-таки ребята подъезжают, девчата мои. И мы, несмотря на погоду, несмотря ни на что, проведем это мероприятие, выйдем на воду. Так же, как наши мужчины, несмотря ни на что, продолжают двигаться вперед к победе. В этот день на берегу реки собрались и новички, и те, кто уже сплавлялся на САПах. Сын Светланы служит по контракту с начала специальной военной операции. Ей впервые предстоит попробовать свои силы на САПе. Говорит, такие акции нужны, чтобы снять психологическое напряжение. Был ранен, подлечился, вернулся назад к своим ребятам. Ну, в общем, сложно, сложно. Сложно ждать. Надо как-то мысли свои немножко развеивать. Потому что, ну, реально находясь в этом во всем, психологически очень сложно. Опытные спортсмены рассказывают, катание на САПах хорошо переключает мысли. И эта прогулка поможет всем собравшимся в этот день на берегу немного отвлечься от того, что не дает покоя. Галина Топилина, Игорь Казановский. События.